Боже, он меня хочет убить. Помоги, мамочка. Спаси! Нет! Боже! Что такое? Обибас-то где? Там и рыжик-пыжик. Рыжеголовый рыжик. Смотри, что он весь пылает, весь горит. И ваши атаки, говорит, могут пробить блок. Да, берем. Сенсей! Ой, какой сенсей этот отшельник, боже! Эгэгэй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, и это Shadow Fight Shades. Мы с вами прошли в прошлом видео акт первый, по-моему, чаптер, так, да, главу четвертую и третью мы прошли. Сейчас отправимся во второй акт, и у нас сложность уже вторая, я напоминаю, это, так, чаптер, глава третья, да, которая называется «Лезвие веры». И отшельник заманивает, говорит, людей, в основном им и гуру культ. Вот, обещаю научить магии. В прошлом это было ложь, говорит. Но кто знает, как далеко он готов зайти. У нас все легендарочка, я напоминаю, все на троечку, да, везде по три звезды. Все, короче, долго не разглагольствуем. Идем в бой. Давай, начнем. В общем, так, что мы будем с тобой здесь собирать? Ну, не знаю, критические шанс или каждый четвертый раз, да, каждый четвертый блок, короче, пробивается. Да, у нас есть наконец-таки магия. Боже, боже, чел, ты офонарел сюда. Абибасина сила, просто приди и уничтожь его. Отлично, 12, 13 тысяч хп, бро, нифига себе, токсичный, конечно, прикосновение берем. Отлично. То есть каждый раз, когда я его буду задевать, на него будет накладываться яд. Но я не могу его задеть, потому что я не попадаю. Все пролетает просто сквозь. Так, два уже токсичности и на. Абибасина, просто приди опять всех. Нафиг порази. Отлично. Так, хорошо, что у нас дальше? У нас критический, смотри, дамаг плюс 50. Либо, говорит, может наложиться у нас молния. Да, конечно, давай молнию возьмем. Прикинь, у нас уже токсичное прикосновение. У нас молния. Это просто имба лютая. Поехали. Ага, я понял. Ой, магию запулил, блин. Нечаянно хотел не на ту кнопку нажал. У меня разное управление в разных частях. А, ну все, здесь у меня, смотри, один, главное, только этот, как его, бросок есть. Хоп, и все, до свидос. Я понял тебя, чел, я понял. На, опять абибасина прижила и всем просто по лицу надавала. Так, хорошо, токсический еще что-то. Физический дамаг, говорит, будет снижен на 20%. Либо каждый третий удар, блок. Давай, каждый третий удар, пусть блок у нас пробивается. И это хорошо. И против нас ворон. Иди сюда, баронет, ты вонючая. Ой, как хорошо, я ему хпшки-то отнимаю. Эй, блин, сбил мне щит. Ну пипец, ох, между, прям возле носика пролетело. Ах, вот сейчас достал, отлично. Абибасова пятка просто достает и уничтожает всех. Так, что у нас здесь еще? Критический шанс плюс 10, магический дамаг плюс 20. Ладно, возьмем критический шанс. Блин, не знаю, крутанем. Давай крутанем, бро. Ну давай посмотрим, что выпадет. Итак, что нам выпадет? Блин, 20 гемов. Отлично, просто супер, боже. Ну я думал, что мне что-нибудь выпадет из перков. Ну да ладно. Этому я тоже, в принципе, рад. Да ё-моё, ух, ничего себе. Так, 10-800, у меня хп еще. Да ё-моё, офигеть, сколько она мне по 1000 отнимает, да ты серьезно? И, блин, магия ушла куда-то мимо вообще. Магия, вернись. Магия, приди. Нет, 9700 хпшки, чуваки, это жесть. Это жесть. Что происходит, меня просто уничтожают. Да ё-моё, я удара еще и не нанес, а уже 44 секунды. Что за фигня? Это уже бесит просто! Ты серьезно? Критически? А, ты посмотри! Достала на! И сразу держи, блин, вот так-то! 7600, просто половина хпшки мне снесло, бесячая! Я не знаю, как тебя назвать, так что это такое? Максимально, давай прочтем, что это за ерунда, я не понимаю вот это вот. My position, что-то там, что за позиция? Way of 1000, путь... 1000 ядов. Максимальное количество ядов на враге плюс 1. Время 10 ядов плюс 1 секунда. Ой, давай берем, конечно же. Конечно же, бро, это имба. У нас же яды. И мы можем много ядов накладывать. И вот пошел первый яд и второй сразу же. И давай умри, чел. Просто умри. Да, это перфект. Наконец-то. Ох. Мои навыки вернулись. Так, хорошо. Каждый второй удар пробивает блок. Каждые 10 секунд в батле дамаг плюс
5%? Да нет, наверное. Давай, даже не знаю, что, бро, даже не знаю, что взять. Давай вот это возьмем, чтобы хпшку немножко себе восстанавливать. Кстати, у меня в начале раунда восстанавливается хп или нет? Кто заметил? Ага, никто не заметил. А у меня не восстанавливается. На, держи. Боже, как же у меня мало хпшки, а. А, все, ядом задавил. Отлично, хорошо. Контрбай, так, да, давай вот это, чтобы больше хп восстанавливалось. Хорошо, идем дальше. У нас 8-й ниндзя, прикинь. И что-то прям очень жестко. Это что такое? Он мне выбил оружие? Нет! Боже, он меня хочет убить. Помоги, мамочка. Спаси! Нет! Боже! Что такое? Абибас-то где? Приди, боже, уничтожь. На! Да, отлично. Ух, добиваем, допинываем. Отлично, яд его покарал. Хорошо. Так, вот теперь можем, смотри, каждые два атаки мы пробиваем ему блок. 9-й ниндзя, а нам еще хпшку так и не восстанавливают. Видимо, не хотят, на! Хорошо. Да что ж такое-то? Ой, хорошо-то как? Пока все прям отлично вообще. Пока прям... Прям пока вообще круто, господи. Ой, ты услышал мои молитвы. Так, смотри, еще, говорит, да, еще можем накладывать, как его? Скажи. Боже, что тут чел опять пишет, этот тень, что он хочет? Давай прочтем. Что ты хочешь, тень? Так, теневой сенсей был, говорит, прав, когда сказал, что медитация спасет мне жизнь. Должен ли я был прислушаться к другим его советам? И рыжик-пыжик! Рыжеголовый рыжик! 7400 у меня хп, чуваки, но я не знаю, смогу ли я его победить? Рыжий! Ты, говорит, что это значит? Ты, О, боже, нет! Ага, понятно. Минус щит, потемнело в глазах! Что за фигня? Вырубай! Быстро! Сказал, вырубай нафиг. Свои читы поганые. Сюда. На. Просто минус все. Минус все, чуваки. Нет, опять потемнение в глазах. Ой, тихо, бро, на, держи. Так, магия. Нет, не то. Что это такое? Выруби! Это что нафиг? Что такое? Что с ним? Он хпшку восстанавливает просто. Рубай, говорю! Читер вонючий! Смотри, что он весь пылает! Весь горит! А, хорошо, Бибас пока! Его убил! Да, я его уничтожил просто! Офигеть, чуваки! Вы видали, что с ним происходило? Он весь пылал, что-то там вообще столько читов подрубил, что офигел! Даже я! Вау, май гад! Ладно! Хорошо, мы прошли с вами третий акт. Это было сложновато, чуваки. Это было сложновато, потому что что-то меня подбомбило прям. Так, смотри, что у меня здесь? У меня... Вот это что? Это просто плюс хп мне дает, а вот это мне дает... Ага, это защищает меня от физической атаки. Это каждые 6 секунд. Щит у меня каждые 6 секунд. Очуметь. Так, ну ладно, хорошо. У нас с вами четвертая глава, да, или как это? Четвертая глава. Давай прочтем, что здесь у нас написано. Мегаломания какая-то, прогресс. Мегаломания. Безумие отшельника зашло слишком далеко. Кажется, что он будет колдовать для всех. Независимо от того, зачем им это нужно. Его нужно остановить. Так, мы же здесь можем посмотреть, да. Ага. Что-то тут с отшельником. Там вверху я не могу увидеть. Ясно. Ну вот он, отшельник сидит, видишь, что-то колдует. Ну ладно, пошли. Посмотрим, отшельник, что ты тут наколдуешь. Поглядим. Так, что нам тут выпадает? У нас, смотри, значит, обезьяна есть. Не выбирай. Не выбирай вот это, подожди, я хочу просто прочесть. Что это у нас такое? Это у нас что-то какая-то обезьяна. Каждый заряд движения дает плюс 1 урона до максимально 20. Оо, имба лютая, давай берем. То есть каждое движение дает... Ага, видал, у меня уже 3. И это плюс, короче... Ой-ой-ой, нет. А, оно падает, я понял. Ой, хорошо, да как оружие выбил. Давай, отлично, 13 тысяч хп, но перфект, видишь, не засчитывают все-таки. Так, берсерк. Либо, говорит, каждые 15 атак, пенетрирующий блок мы можем пробить, либо магия. Да, давай берсерка лучше возьмем. Берсерк, я думаю, будет нам получше. То есть меньше будет дамага нам наносить.
Ой, хорошо! Ой, отлично! Просто супер! Сколько 3 хп у него осталось? Что? Ушел нафиг! 3 хп, ну у меня 13 тысяч хп, но перфекта не дают, ты посмотри, а? Так, перфект плюс 20 хп еще. Магия, говорит, о, Magic Convulsion. Если, говорит, я нормально, короче, магию запущу, то у меня ауру на 10 секунд мне дадут. Ну не знаю, да не, возьму, наверное, хп, чуваки, ладно. Ой, нет, не буду я уже вот это вот реально крутить, этот ролл, все, до свидания, сами ешьте свои роллы. Мы пойдем просто дальше. Мы просто пойдем дальше. Так, хорошо. Давай. Ой, отлично. Ой, отлично. Так. Боже, нет. 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 И нет. Говорю. Или я тихо говорю. Отлично. 15600 хп до сих пор. Третьего победили. Хпшка так и не сдвинулась с места. Так, ваши атаки, говорит, 25% шанс могут, говорит, пробить блок. Или каждый, говорит, 24, вы, ну, мува, вы пробиваете блок. Ладно, давай шанс возьмем лучше. Не буду брать обезьяну, уже обезьяну мы взяли одну. Хватит. Хватит с нас обезьян сегодня. Оооо, красиво-то залетело. Так, чё, бибас? Да, время. Ух, и он мне хпшку снес. Да боже, почему вертушки не залетают? Вот, отлично, просто. Супер, в голову залетело, вообще круто. Так, статическая. И каждый, говорит, 5 критический. Давай, каждые 5 ударов критический. Окей, возьмем это. Так, стадия 5. 5 ниндзя. Ух-ху-ху-ху, как я его сбил. Ой, боже, нифига себе, магия просто у него 4900 хп, прикинь, сняла. Так, каждый, говорит, мув, дамаг дает, говорит, плюс 40%. Ну, хорошо, хорошо, давай возьмем. А обезьяна, это отлично, отлично. Если я буду, короче, долго двигаться, то обезьянка будет мне помогать. Окей, у меня уже 12 мувов. Ой, хорошо. И максимально, по-моему, там 40% можем. Перфект опять. Да ты посмотри, что происходит, а. Да ты посмотри, что происходит. Так, хорошо, говорит, опять магию мне дает. Либо, говорит, атаки 33% пробить блок. Ладно, возьмем блок пробить. Потому что это тоже, в принципе, имба. Если блоки будем пробивать, то... О, нет, 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 не тот удар. Боже, я же хотел вот так, да. И вот так. Боже, сквозь! Это надоело, это сквозь! Сквозевые удары бесят! Меня я в ярости! О-о-о. Но зато магия, которая может просто 3800 хп снести нафиг! Вообще, да, каждый четвертый удар критический, да, берем вот это. Ой, меня что, уже закинуло сюда, да боже, а что так рано-то, а? 5 про сенсея, что-то он здесь болтает, ну я понял, короче, ладно. Теневой сенсей, да, говорит, я считал их сказками. Легенды, говорит, рассказывал мне, что есть легенды о таких местах, где, говорит, ты можешь восстановить силы. Вот, а я, говорит, считал их сказками, ну нифига, я ему прям по пяточке там, как я дотянулся. О-хо-хо-хо, чел, как тебе такое? Куда ты скачешь, ты вонючая обезьяна? А, хпшку начал восстанавливать, да? А, сейчас эти восстанавливаю. Тихо, тихо, нет, 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 бро, подожди. Да подожди, ты говорил, да-да-да, тихо, там, хпшку пошло восстанавливать, ты мне выбил оружие, гад ползучий. Опять хп полетело, быстрее давай, а то сейчас кончится время у нас. Нет-нет-нет-нет-нет, он уже сколько хпшки восстановил. Так-так-так, быстрее, 22 секунды. Да ты посмотри, уворачивается от всего, а. Просто бесит. Не-не-не-не-не, да я сейчас проиграю, ты офонарил, что ли, вернись. Быстрее катимся к нему. Тихо. Да ё-моё, 7 секунд, 8. Ой, хпшку. Да. Но нет. О, боже, как ты бесишь. Так, а у меня ревайв же есть. Да, давай ревайв сделаем. Боже, как он бесит. Просто не могу до него то дотянуться ногой, то пяткой, то еще чем-нибудь. Ну сейчас я тебе никаких шансов не дам. Просто умри сразу. Вот просто давай. Вот просто затопчу тебя, зафигарю, не знаю, вот как-то запинаю на перфект. Бесячая ты обезьяна. Не, ну вы видали, туда-сюда, туда-сюда, как он бесит просто, вот реально. Прыгает, как колобок, что-то не поймать его просто, не поймать. Так, ты кто, блин? Тоже будешь меня бесить, а? Или нет? Ну ладно. На, держи. Что, может, магия, а? Как я, как смотришь на это?
Вот так, 3000 хп минус и досвидос. Хорошо, так, статическое электричество, и ваши атаки, говорит, могут пробить блок. Да, берем. Сенсей! Ой, какой сенсей, этот отшельник, боже! Ну да, он не похож на сенсея, просто в шляпе. Бу-бу-бу-бу-бу, что болтает, что говорит. Так, давай. Давай, расскажи нам, что ты отшельник, не боишься, говорит, магии, дурак? Я ничего не боюсь! Ничего! Ой-ой-ой, что такое? Ну-ка, слазь оттуда нафиг, ты что, офигел? Где ты такую стремянку взял, что залез так высоко? Вонючий дед, старый сумасшедший дедун! Умри, старик! Умри, говорю! О, хорошо пока! На мою магию похавай! Это что? Вырубай! Что за читы? Так, сюда! Да ты вонючий! Вонючий торг! Вырубай молнию, говорю! На, держи! Ой, как хорошо! А почему сквозь пролетело? Ё-моё, опять увидал! А, бесишь так. Хорошо. На еще. На еще. Ай-яй-яй-яй. Да, боже магия. Да, минус 3800. Ой-ой-ой-ой, как хорошо, боже. Невероятно, говорит, проклятие. Да, еще какое проклятие, бро. Еще какое. Ух, так, ты еще что пришел? Что ты болтаешь, мне тут бесишь? Как он, странник или кто он там? Эй. Что такое? Что он говорит? Я не понимаю. Искатель. Искательница, видимо. Мой анализ показал удивительный результат. Если постоянно атаковать культистов Бастиона, они начнут восстанавливаться. Надо же! Вот это подсказка. Просто супер. Галимая фигня. Ладно, забираем все. Так, идем смотреть, что у нас там по ключам. Мы с тобой уже неплохо так... Три ключа здесь, два ключа здесь собрали. Вау, да. Неплохо. Неплохо, можем на халяву просто это все. Хотя зачем мне эти ключи, надо было их копить, наверное, да? Ну ладно, заберем. Так, тут у нас что? Тут у нас ничего, блин, новые бы сундучки бы какие-нибудь ввели, было бы вообще здорово. Так, ну что, я не знаю, у меня все третье до сих пор, сможем ли мы с вами сразиться дальше? Ну давай проверим, что нет-то, пойдем посмотрим. У нас уже, какой там, пятая глава, да? Пятая или... Да, была третья, четвертая, вот это пятая. Так, давай посмотрим, что мы тут сможем собрать. Во-первых, так, восстановить ХП, ну это все ерунда. Каждая четвертая атака пробивает блок опять. 25% шанс пробить блок. Давай каждую четвертую атаку возьмем. Окей. Так, и у нас безумец. Ой-ой-ой, а что так хорошо-то залетает все, а? А, безумец? Перфект, нифига себе. Офигеть. Вы обратили внимание на их ХП, чуваки. Вы посмотрите просто, это же жесть. И посмотри на эту ХПшку. Опять он! Да ты что, тебе мало было? Я тебя в прошлый раз, он хочет... Думаю, сейчас сможет меня ударить, да? Типа, я первый раз перфект сделал, думаю, сейчас не смогу перфект сделать, а? Думаю, сейчас не смогу. Лузер. Не сомневайся во мне. Не сомневайся. Так, каждый пятый удар критический. Окей, берем. Поехали. Так, хорошо. Фамильный культист 6700... Одудеть, просто ХПшка растет не по дням, а по часам. Очуметь, чуваки, так. Ай-яй-яй, не тот удар. Да, подожди, не тот. Ой, да блин, я первый нажал, как же так-то? Ай-яй-яй, ай-яй, а вот сейчас точно первый. А вот сейчас точно первый, говорю. На. Боже, как же ты бесишь. Дай мне красивый удар тебе сделать. Нет, не дает. Да ты посмотри, пятка эта вонючая, короткая, не затягивается никогда, а? Фух, ладно. 10800. Ну, немножко снес мне ХПшки, ну ладно, ничего такого. Так, бомба. Бомба в труселя. Это я люблю. Да отстаньте, не хочу я вашу рекламу смотреть. Уже хватит, один раз посмотрел. Так, ну пока на изи как-то до четвертого мы ниндзя дошли, чувак. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нет. Лови. Блин, нет, зря. Вот это ошибка. Сразу кидать магию, потому что они явно будут уворачиваться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, не тот удар. Да боже, вот этот, да. И вот этот, нет, не этот. А знаешь какой? А, вот этот, да. Ух, 73 хп, боже. Ну что, я не знаю, опять сальтушку вот такую мутить. Ух, да, то, что ты замедляешься, это хорошо, но то, что ты не попадаешь, это плохо. Да ё-моё, я хочу красивый удар. Ай, ну ладно, пойдет и такой. Блин, ну было бы вообще круто, если бы был бы красивый. Так, хорошо, каждое движение опять добавляет... О боже, ненавижу вот этого дедуна.
Да куда ты? Я ж нажал удар ногой. Куда ты полетел, бро? Ё-моё. Нет. Ушел. ХП-шку восстанавливает. Нет, не даем. Да. О, боже, бесит этот старик. Ужасный вонючий старик. Так, еще внутри обезьяна. Уже третья выпала. Еще плюс процент, короче. Каждое движение еще. Офигеть. О, боже, вот это красиво он меня зарядил, конечно. Да подожди, ты куда? Ты что такой наглый? Да ё-моё, как это не попадает ничего? Ёлки-палки, 849 хп, что? Вы издеваетесь? Да! Нет, щит собьёт, да. Щит просто собьёт, а он сейчас добьёт, но нет! Боже, да ну нафиг! Чё, ревайв делаете за вонючки какого-то? Офигеть просто, ну ладно, хорошо. Я тебя понял, вонючий ты. Кто ты там, счастливчик? 7400 хп! А, боже, да ты посмотри, а. Я хотел как он тоже вертушку сделать. Но нет, он посмотри, как много мне хп-шки отнимает. Просто жесть, чуваки. Это как так? А что босс там будет делать тогда со мной вообще? Просто меня изуродует? На! О, минус 5500! О, хорошо, ушел. О, ну шестого я смог победить, правда, через ревайв. Ой, 10% шанс. Да, это хорошо. 10% шанс нанести. Да, ты посмотри, только я умер, и меня сюда закинуло. Ну отлично, просто гениально. Боже. Ладно, КП-шку мне восстановили 13 тысяч, но тут уже просто жесткие чуваки идут. Так, ну, посмотри, так, ну хорошо, я ему неплохо, смотри, половину хп сразу, 3000 снес. Хотя они тоже немало сносят. Нас бил это НЛО вонючее. Безумное, беззубое, безумное НЛО, отлично. Так, тик-так, бомба плюс, так, минус 1.5 секунды. Ну, наверное, давай, да, бомбу возьмем, минус 1.5 секунды. Фу, хорошо. Ой-ой-ой, мистик, мистик. На, бомбу закинул в труселя? Как тебе, а, бомбеха? Давай, чисто абибасами буду тебя валить. Кто? Она меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Вот смотри, у меня есть. Ого, один удар и просто не свидос. 4600 снес ей. О, бомба, говорит, дамаг плюс 33% дает. Вот это хорошо. Пожалуй, это хорошо, чуваки. Улетело от меня. Давай, сюда. На. Да боже мой, почему не заходит никогда? А кто? Кто она мне? Давай. Нифига себе ты отнимаешь. Сколько? 2000 хп мне снесло. Да, еще минус. А, нет, у меня щит. У меня щит. Отлично. У меня тоже, кстати, щит. Так. Я и главное снова с одной тыки, смотри, 900 снес. Да, а, бомба закинул, сейчас бомба взорвется, да, хорошо. Да ё-моё, иди сюда. Ты достала, еще бомбу наложил. Так, щит сбил. Да нет! О, хорошо, 400 хп у меня осталось. Боже. И критический дамаг плюс 125%. Давай берем, конечно. Ох, искра. Ну это будет жесть, чуваки. Я чувствую, это будет жесть. Чего ты тут базаришь? Боже, ты станешь еще одной татуировкой. Куда? Куда бы ты предпочел, говорит, отправиться? Да никуда, нафиг, умри. Давай, Спаркл. Спаркл, Маркл. А? Че, идешь? Ой, тихо. Че это? Че ты на меня наложила? Что за огонь? Дай огнетушитель, у меня полыхает что-то. А все, потухло. Отлично. Давай, так, хорошо, одну хп-шку снес. Че? О, боже, нифига, что? Гори, 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 детка, офигеть, гори. Да это же жесть какая-то. Это какая-то жесть. Давай забираем. Офигеть. Так, вон у меня тут награды какие-то. А, ну то, что я дошел до 10. Ё-моё, чуваки, вот это жестко. Так, что-то прокачать, да, смотри, могу. Окей. Допустим, ну, я слаб. Даже с легендарным оружием я слаб, чуваки. Вы видал, искра мне просто ваншот сделала. Фух, ну это да. Надо, короче, ждать, пока вот эта лампа Аладдина еще мне тут накачает вот этих штук. Кстати, здесь я могу что-то купить? А, нет, говорит, мне нужен 24-й левел. Понимаю. А у меня до 24-го левела еще... Ох, как до Москвы. Как до Москвы. Не дойдешь, короче, не дойдешь. Ну ладно, чуваки, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.